широко закрытыми глазами или ничего не вижу, ничего не слышу. Запад целенаправленно не обращает внимания на атаки на российское посольство в Киеве. В этом уверен глава МИД Сергей Лавров. Министр иностранных дел назвал возмутительным действия хулиганов, среди которых были украинские политические деятели. Российский дипломат отметил тот факт, что международное сообщество эти инциденты никак не комментирует. По словам Лаврова, сотрудники дипведомства России имеют все необходимые средства для защиты. Они, кстати, понадобились и сегодня ночью. Экстремисты пытались поджечь здание. Несколько коктейлей Молотова молодые люди перебросили за забор дипмиссии. После этого хулигана задержала полиция. Положи! Кидай! На место положи! Отошел! Хорош! Вот там, тихо, отошел, тихо! Тихонь! Я что, ненормальный? Атаки на российские посольства в Киеве и других городах Украины продолжаются пятый день. Радикалы требуют освободить летчицу Надежду Савченко. Ее обвиняют в убийстве двух журналистов ВГТРК. Экстремисты забрасывали здание камнями, яйцами, флаконами с йодом и зеленкой, дымовыми шашками даже. Россия направила в МИД Украины ноту протеста. Сергей Лавров отметил, что Москва потребует от Киева возместить ущерб от нападения на диппредставительство.